Я всех приветствую на своем канале. Сегодня, девочки, я вам хочу показать свою декоративную косметику, которая у меня закончилась за 2021 год и которая меня очень сильно порадовала и под которым я, в общем, остались моими фаворитами. Скорее всего, многие фавориты я обязательно буду приобретать в новом 2022 году. Начинаю с тональной основы. Девочки, закончился мне и очень сильно порадовал. Вот такая-то у них была новинка от Luxe Visage, всем известная тональная основа Evolution Foundation. Натуральный матовый финиш, выравнивающий эффект. Действительно, очень заслуживающая тональная основа для возрастной кожи, у кого комбинированная кожа, ну и также для сухой кожи она подойдет. Действительно выравнивает цвет кожи, делает кожу красивой, сияющей, молодой и здоровой. Поэтому у меня на первом месте. Дальше, девочки, не менее на первом месте, очень сильно мне понравился Белор Дизайн. Использовала его в летнее время года. Матирует, никакого жирного блеска нету. Тоже хорошая тональная основа, она бюджетная, и по скидкам в магазине очень можно ее прекрасно приобрести. Следующая тональная основа, девочки, мне понравилась вот такая, нюд от Белор Дизайн. Классная тональная основа, действительно. Ну, что еще могу про нее сказать? Она всем подойдет, и в том числе она и мне подошла. Мне очень она понравилась, действительно. Вот вообще белорусы молодцы. В основном все у меня тональные основы, это идут белорусского производителя. Следующая тональная основа, это у нас идет стойкий тональный крем-флюид. Действительно легкий, действительно как флюид, такой мягкий, прекрасно распределяется по лицу. Ну, ничего не подчеркивает, действительно очень хорошая тональная основа, фарфоровая, совершенный цвет лица, сатиновое покрытие. Да, полностью согласна с этим, сатиновое покрытие и сияющий цвет лица, хорошая тональная основа. И еще, девочки, вот такой от Pro Luxury Belita, всем известный. Ну, тональная основа, как тональная основа, типа вау-эффекта, там говорили многие, что якобы он подтягивает кожу лица. Нет, он ничего не подтягивает, обычная тональная основа, хорошая, бюджетная, и мне она тоже понравилась. То есть, если я ее найду где-то по скидочкам, я обязательно возьму. И еще, девочки, вот такой у меня от Limoni BB крем, очень легкий, очень легкий, вот его на лице совершенно не видно. В летнее время года он вроде как бы нормально выравнивал цвет лица, но он вообще на моей коже, его совершенно не было видно. Я еще раз подчеркиваю, что это легкий BB крем. Вот кто не может носить такую тональную основу плотную, присмотритесь к этому легкому BB крему. И консилер, девочки, мне очень понравился от Maybelline. Ну, на моей возрастной коже он себя прекрасно вел, поэтому еще раз буду приобретать, по возможности обязательно его куплю. Что я вам еще хочу показать? Видите, сколько у меня много тушей? Но так как вы не падаете в обморок, девочки, дело в том, что у меня ресницы очень особенные. И к туши я всегда как бы смотрю в первую очередь на консистенцию самой туши. Туши, почему у меня столько много за год использовалась туши? Да потому что при нанесении на ресницы я каждый раз мою кисточку. Вот именно в таком исполнении мне нравится тушь. Она хорошо ложится, потому что у меня ресницы, они не короткие, они длинные, но они очень-очень такие привередливые, как бы требуют к себе особого внимания. Поэтому при нанесении туши я всегда кисточку мою. Поэтому, скорее всего, у меня быстро и заканчиваются эти туши. Что хочу выделить? Больше всего моими любимицами этого года оказались вот такие туши. От Эвелин, но они тут разные, есть бронзовая, Фиберпласт и Эвелин. А Фиберпласт, они вот эти все туши одинаковые, только у них разные кисточки, но сами по себе туши, по консистенции, они все очень одинаковые. Прекрасные туши, несмотря на то, что вот как я пользуюсь, я ее мою, здесь кисточка вот такая, лохмастенькая, а вот у этой туши она, по-моему, идет плоская, да. Сейчас я вам покажу. У этой туши,
Ну, девочки, кто постоянно пользуется, вот видите, она плоская идет тушь. Там она кругленькая была, лохмастенькая, а это идет вот такая плоская тушь. Прекрасные туши, так как я их использую постоянно и регулярно мою кисточки, поэтому за столь бюджетную цену мне прекрасно эти туши подходят. И вот такая тушь желтенькая от Maybelline, всем известная. Ну, у нее вот такая лохматая кисточка, но кисточкой я этой не крашу, потому что крашу я туши своей всей старой кисточкой, всем известной, от белорусского производителя. Вот. Что оказалось недоразумением в этом году, это, конечно же, тушь. Хотела я попробовать люксовую тушь, Шанель, вот такая тушь, конечно, оказалась недоразумением в этом году, потому что она очень быстро высохла, делала на мои ресницы, сейчас я вам кисточку покажу, ну, просто как бы а-ля нюд, вот такая огроменная кисточка, ну, кисть это ни о чем, дело в том, что она очень быстро высохла и делала ресницы, она просто обычные такие нюдовые ресницы. Мне такой эффект не нравится. Все остальные туши тут у меня идут от Faberlic. Вот это Maybelline. От этой Maybelline тоже хочу сказать, что обычная тушь, ничего такого особенного она не делала. Вот эти туши, это моими любимицами. И еще хочу похвалить вот эту тушь. Мне тоже понравилась. Это идет Divash в красной упаковочке. У нее маленькая миниатюрная кисточка. И тоже она прекрасно делала огроменные реснички. Видите, какая у нее кисточка? Делала она шикарные ресницы на моих глазах. Вот эти первые, это мои любимицы. Хочу еще показать, оказывается, шла я, зашла, стала делать я ревизию в своем шкафчике и обнаружила, что у меня в этом году закончилась парфюмерия. С чего начну? Ну, давайте с Фаберлик. Закончилась у меня вот такой от бьюти-кафе. Да знаете, я про каждый не буду говорить, потому что вы прекрасно знаете, что ароматы описывать я не умею. Мне просто они нравятся, ароматы, они все разные, они все прекрасные, по-особому великолепные. Поэтому хочу просто показать, сколько парфюмерии у меня закончилось в этом году. А закончилось у меня предостаточно. От Beauty Cafe закончился у меня. Вот такие у меня закончились парфюмчики. Это Офериджи. Одна идет в розовый упаковки, вторая в оранжевой упаковке, тоже очень классные бутылочки у них такие прекрасные, интересные. Ну, вы все знаете их бутылочки, я не буду, видите, как очень красивое оформление, такое как в кружевах каких-то, прекрасные парфюмчики закончились. Сейчас я их вот сюда вот так поставлю. Вот такой идет мама. Прекрасный тоже аромат. Маме даже свои дарила я такой аромат. Очень ей понравился. Поэтому вот сюда поставлю. Еще закончилась у меня Рената красная. Мне очень сильно нравится Рената красная. Красная Рената у меня уже в новой упаковке. Уже стоит, меня ждет. Поэтому прекрасный, шикарный аромат. И закончился у меня вот такой аромат. Тоже не все, многие все знают это. Я не буду называть его наименование, потому что для меня это сложно, чтобы не коверкать свой язык. Тоже прекрасный флакончик, шикарный аромат. Уже новая упаковочка меня стоит, ждет с таким же ароматом. Очень мне нравится этот аромат. Дальше, девочки, еще закончился у меня вот такой ароматик от Faberlic. Но вот это, вот про этот хочу сказать, это действительно свежая зелень. Вот прям ревень, там еще вон маленечко осталось. Ревень, свежая зелень. Вот прям на весну он прекрасно зайдет, вкусный аромат, но вот мне он напоминал прям свежую, как бы скошенная какая-то трава, только скошенная трава, и вот именно пахло ревнем. Ревень мне прям в нем чувствовался отлично. И у меня закончился вот такой аромат, это шик. Обожаю эти ароматы, очень стойкие. Это идут у нас как бы под аромат или копия. Это у меня шла Жадо, вот тут еще маленечко осталось. Вы знаете, прекрасный аромат. И когда я его одевала на работу, прям все сразу говорили Жадо. Хотя я-то понимала,
Что это шейк? Но если все говорят, думаю, ну ладно, значит действительно похож, схожи с оригиналом ароматом. Дальше, девочки, у меня, ну не знаю, закончилась, не закончилась вот такая императрица. Ну тут еще как бы есть как сколько-то на донышке. Ну еще как бы возьму его на февраль месяц. Ну тоже его поставлю, что якобы он у меня закончился. Дальше, девочки, вот такой тоже очень вкусный аромат. Это идет Джон Балиан, да? Да, вот этот аромат тоже прекрасный. Вот такой флакончик у него идет оригинальный. Вот. А я тут, я и говорю, что оказывается у меня очень много парфюмерии закончилось, несмотря на то, что я все, как бы не сказать, что я прям сильно пользовалась ароматами. Ну вот посмотрела, оказывается, достаточное количество у меня кончилось ароматов. Дальше, девочки, закончился еще вот такой бриллианс аромат. Ну вы знаете, я покупала его в Магнит Косметик, стоил вообще копейки, но он такой стойкий, вот правда. Очень долго он у меня держался на моей коже и на шарфах держался. Очень хороший аромат, стойкость феноменальная и запах тоже прекрасный. Вот очень шикарный аромат. Дальше, девочки, закончился вот такой аромат. По-моему, это Фаберлик. Кто знает, по-моему, это Фаберлик, да. Ну, в общем, вот такой ароматик. Про все ничего не буду описывать, что и как. Хочу только сказать, что вкусный аромат. Дальше, девочки, у меня еще была вот такая серия от Essence. Тоже это как бы идет как копия ароматов. Это был аромат Си. Ну, знаете, очень хорошо держался. Тоже очень стойкий оригинальный аромат. Поэтому заслуживает внимания. Мне очень-очень даже он понравился. Еще, девочки, у меня закончился Amour Amour. Вот такой флакончик. Здесь, по-моему, пятнашечка была, да? Вкусный, стойкий. Такой прям дерзкий, прекрасный ароматик. Дальше у меня еще закончился от Новой Зари. Хочу сказать, что Новая Заря Шансита, вот такой аромат, ну, тоже вкусный. Но вы не обращайте внимания на меня, я правда не умею описывать ароматы, хочу сказать, что вкусный. И вот такой еще у меня аромат закончился от Шансита, вот его я одевала на собеседование. Но вот про этот аромат хочу сказать, что почему-то, девочки, на моей коже он не стойкий, он быстро слетает. И даже моя подруга, которую я тоже посоветовала такой же аромат, сначала я купила, потом ей рассказала, говорю, очень классный, Татьяна, попробуй. И она мне звонит и говорит, Илин, знаешь, он, конечно, вкусный, но он не стойкий. Ну, может быть, это нам такой нестойкий с ней попался, либо у нас такая кожа, что не сильно держит вот именно такой аромат. Ну вот действительно этот аромат быстро слетал с моей кожи, брать больше не буду. И закончился у меня вот такой флакончик, этот Джо Малон, тоже очень вкусный, такой яркий, свежий аромат, достойный своего внимания. Классный аромат. Вот еще бы такой приобрела. И еще, девочки, вот про такую хочу рассказать. Вот эта кошечка, милая кошечка, мне ее свекр дарил, поэтому этот аромат у меня как, ну, память лежит. Очень такая милая кошечка, красивая. Сама по себе оформление красивое. И аромат тоже такой прям девчачий, какой-то нежненький. Хороший аромат. И еще, девочки, хочу вам сказать несколько слов о таких ароматах, которые я сама выписывала, многим девочкам присылали, выписывала с сайта PD Paris. Вот такие ароматики. У меня их очень много. Смотрите, сколько у меня их тут закончилось. Они все разные. Они тут есть и Донна. И я тут... Ой. Так, я чтобы их все, они у меня подписаны. И Опиум. Сюда их поставлю. Их у меня много. Там еще 4 ждут на подходе. Вы знаете, ну, хорошие ароматы. Вот знаете, их для работы классно. В сумочку бросил, места много не занимают. Обновил, ну, допустим, на обеде обновил или после обеда. И мне они очень хорошо заходили, эти ароматы. Да, они прекрасные.
Не знаю, кто-то о них плохо отзывается. Я хочу сказать, что на моей коже они прекрасно себя вели. Не вот ангел и демон, вот тоже вот такой ароматик. Видите, у меня вот тут подписано, что потому что они плохо то, что они стираются названия, поэтому я их все подписывала. Но для себя, как бы для работы, вот так на повседневку, прекрасные ароматики, вот прекрасные. Не знаю, если у меня будет еще возможность, я, конечно, еще бы могла бы какие-то другие попробовать из их серии ароматы. Вот такое у меня получилось сегодня видео. Спасибо вам за внимание.